Если бы не выживем. Если упадем, то прощай. Мы падаем. Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас в поселке Витязи. У нас продолжает работать аквапарк. Светит солнышко, теплышко. 26 градусов сегодня тепла. В Анапе было 27. Хотя приехали сюда, и здесь курортная жизнь идет в полной мере. Много людей. Сейчас мы вам покажем паралии, а потом будет сюрприз для всех. Но перед тем, как пойти гулять на паралии, мы сначала с вами зайдем подкрепиться. Мы находимся возле одного великолепного места. Кофе с собой, кофейня, также бизнес-ланчи здесь есть. Это кофейня «Коралл». Заходим внутрь. Здесь такие дверки. И смотрим на кофейню. Ребята, здравствуйте. Работает кондиционер. Какие блюда, ребят, очень вкусные за столиком. Ну и мы сейчас определимся, будем ли мы кушать, либо попробуем что-то из вкусняшек, которые здесь прям очень много. Что здесь можно поесть именно сейчас, ребятки? Допустим, с часу до трех и с 6 до 8 здесь можно попробовать бизнес-ланч. Также есть завтраки, ну и блюда по заказу разнообразные. Это все помимо того, что вам приготовят самый вкусный, классный здесь кофе. Сегодня бизнес-ланч входит на обед. Первое. Суп с клетками, борщ с говядиной и бульон. На горячее идет гуляш со свининой, картофельный котлеты, свино-говяжий фарш и рыба припущенная. На гарнир стручковая фасоль, картофель запеченный и гречка. Из салатов у нас корейская морковь и пестрый с кабачком. Все, ребятки, мы садимся, выбрали себе место. Так, наше какао пришло. Двойная порция какао. Приятного аппетита. Спасибо. Мяу. Двойная мяу. Порция. Представляете, двойная. А у меня большой стакан. Ваше здоровье. О. Я что-то подумал, я что-то не пристёр. И тут мы дегустируем, ребята, вот и тот какао. Кстати, этот какао на банановом молоке. Ой, он как мороженое, да, это растопленное. А вот это на коровьем. Как вкусно с зефирками, никогда не думал. Это, знаете, как тортик ебать. Десерт такой вкусный. Вау. Я говорил, тут крутая кофейня. Не зря мы сюда зашли. И я как раз недавно говорила о том, как посетить какую-нибудь вкусную кофейню. Обожаю какао на банановом молоке. Ладно, бери. Говорит, не надо мне маршмеллоу. Я подумала. И решила. Очень вкусно. Мяу, да? Для вас борщ. И суп с клетками. Спасибо большое. Я давно не ела суп с клетками. Это борщ. Ребята, цвет посмотрите, какой классный. Клетки. Куриный супчик. Куриный супчик с клетками. Как обычно. Сметаны, конечно, тут вообще побраться. Попробуем этот борщик. Он с помидоркой, морковкой, все красиво нарезано. Мы в детстве называли этот борщ конск. Очень его любили. Ну, его сейчас можно назвать кубанский борщ. Очень наваристый, красивый цвет и отличный вкус. Что могу отметить, порции здесь огромные. Я свою съел. Я свою не смогла доесть. Ты еще сможешь, мы в тебя верим. Она говорит, я уже больше не могу, но за то, что он вкусный, видите, не может остановиться одну, вторую, третью ложечку. Для вас руккола с гребешком. Приятного аппетита. Мяу. Креветки в соусе Азия. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Ребята, что-то мы будем вкусно есть. Не получилось попробовать бизнес-ланч, пришли. Хозяева заведения сказали, мы хотим, чтобы вы попробовали наши морепродукты. После борща, я думаю, это то блюдо, которое сделает меня счастливым. Давайте-ка делиться будем, можно? Да, конечно. Договорились поближе. Ну-ну-ну. Вообще. Ты первый делишься. Хорошо, ну тогда ты тоже делишься. Дегустируем. Очень нежные гребешки. Mm-hmm.
Хотя гребешок это вообще что-то с чем-то. Это вкуснее, чем к веткам. А я гребешков раньше не ел, по-моему. Не знаю. Я тоже не ела. Это мой первый гребешок был. Как это звучит? Гребешком это теплый салат, а у тебя, наверное, как все-таки самостоятельное блюдо. Ребят, вот это темненькое, это бальзамический соус. Он делается из бальзамического уксуса. Он очень полезный и очень вкусный. Я его обожаю. А мне? Вкусно? Очень классно подходит к салатам и к пицце. Нужно еще один? Конечно. Как маленького. Ой, чувство хейтеры долетят. Привет вам всем. Самый лучший день. И гребешками, и креветками его кормят. Мы еще не успели доесть салатик, а здесь смотрите, что пришло. Паста. Офигеть. Я как понимаю, спагетти с... Черные каннеллони с креветками. Класс. И с морепродуктами. Вообще, это самое лучшее... Черные каннеллони с морепродуктами. Это лучшая приятного паста. Аппетита. Спасибо. Добротная, которую я видела. Добротная. У нас эксперт по поеданию вкусных спагетти. Ксения сейчас вам покажет, как правильно надо наматывать их. Я чувствую, у нее прям азарт появился, сейчас накосячит. Нам нужна ложка и вилка. Поддеваем ложечкой и вилочкой наматываем на ложечку. Вот так вот. И тогда мы наматываем красиво столько, сколько наматывается на порцию, чтобы съесть и положить в рот. Все лишнее падает. Я хотел попробовать, когда я уже третью вилку пытается намотать. С ее стороны это так все выглядело прям очень легко и просто. Сейчас мы попробуем. Оп-оп-оп. О, вот это что-то там намотало. Учись. Соус очень вкусный. Я понял, почему у тебя сразу три вилки подряд вошло. Вау. Ребята, это очень вкусно. Мы даже морики еще не попробовали, а вот сам соус, сами спагетти сварены идеально. Невероятный вкус, прям хочется не останавливаться, поэтому я не останавливаюсь, Ксю, прости. Подожди, я только что сказал, что я доелся, ты помнишь? Я больше есть не хочу, ты сейчас сама будешь есть. Смотрите, что происходит. Ладно, сейчас чуть-чуть подмотаю. Очень вкусно, советую. Если вы любите спагетти, карбонара разнообразные, пробуйте. Это круто. Классный кальмар. Не переварили, не жесткий. Очень мягкий. Я только что креветочку еще съел. Осталось попробовать еще мидию. Ну, это самый нежный кальмар, который я пробовала. Вкусно приготовили. Молодцы, ребят. Ну, действительно, еще можно было, конечно, все это перемешать. Тут сырочки есть. Ну, мы что-то так напали на эти спагетти. Спагетти невероятные. Очень круто. Молодцы, повар. Респект и уважение. Вы прям очень круто приготовили. Спасибо. Ребят, я хочу поднять этот бокал за хозяев этого заведения. Ребят, спасибо. Очень вкусно. Неожиданно. Я вкуснее спагетти, честно, тоже не ел. Все просто великолепно. Нам очень понравилось. Ну, за вас. Спасибо вам за вкусняшки и радуйте наших гостей. Во-первых, это улица Золотые Пески, 7, если вы вдруг захотите сюда прийти. А мы отправляемся по Парли на пляж. 2000 взрослые, 1200 детские. Режим работы с 11 до 6. Вода 19, воздух 26. На зимний режим работы переходит. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами сегодня красавица Ксю. На календаре 12 сегодня сентября. Посмотрите, ни одна торговая точка не закрывается. Это показательно тому, что в этом году сезон продолжается довольно-таки долго. Здесь у нас платаны рядом с аквапарком. Кстати, многие не поймут, почему отсюда сегодня начинается наше путешествие. Но попробую объяснить. С парковками тяжело. Я здесь попросился в один из отелей, в который меня спустили максимально близко к Паралии. Потому что нам надо здесь попасть на пляж. Ароматы какие шашлыка, морепродуктов. Вот отсюда от ребят шашлычный дворик. И здесь уже нажарили. С левой стороны здесь всевозможные прокаты, игровые зоны. Ну и здравствуй, Паралия. Посмотрите, сколько на ней еще людей. Вот это да? Слушайте. Тут попробую еще пройти. Я вообще бы не сказал, что сейчас сентябрь. О, людей очень много. Столовая Виктория. Мы в этом году здесь ели.
Если вы где-то питались на Параллели, вам больше всего понравилось, обязательно пишите об этом в комментариях. Будет интересно узнать. Самое главное, идти, ни в кого не воткнуться. Это очень важно, потому что с таким количеством людей здесь можно еще и потеряться. Ах, самое главное, чтобы тучи не помешали. Будем на это очень сильно надеяться. Все-таки хочется вам очень красивую картинку снять. Пойдем на парасейлинг, ребята. Я думаю, к этому готовился, хотя на закате. Но что-то не дождались. Сегодня так как-то совпали, что идем именно в этот момент. Кафе «Море». Очень хорошее место. Великолепная зона отдыха сверху. Если здесь ели, пили, пишите свои отзывы. Вкусные коктейли, мороженки здесь делают. Я там дегустировал с Джаником вместе. Фантастик. Столовую «Софина» пришли. Здесь огромнейший выбор разнообразной рыбки. Что-то мало в этом году я к ним подхожу. Давайте посмотрим по ценникам. Если что-то где-то пробовали, напишите нам об этом, пожалуйста. Вдруг действительно вам что-то понравилось, можете посоветовать. Аджики, масла, всякие разные сладости, тип, и там вкуснейшие пончики. С этой стороны разливуха. Почувствовал, что я очень давно не был на центральном пляже Витязева. Здесь, ребята, вкусное копчение продают. А какого числа будешь продавать и коптить? До 25-го, наверное. Точно? Скорее всего, да. Ай, как жалко, что у тебя все попробовал, честно. Да. Прям мне интересно. Все вкусно, ребята, приходите. Здесь Тайхаку лаунж-бар. Тоже шикарнейшее место для вашего отдыха. Византия парк. Здесь пенное шоу было. И также работал кинотеатр под открытым небом. Мороженое. Все, в общем, функционирует. Вот тут и поздувались что-то. Мне кажется, на пляж людей идет много. Здесь в пляже тоже. Должно все работать. Здесь чебуреки, ребята, наши знакомые продают. Работает туалет. По 30 душ, по 50. Наши люди проходят мимо. Очень приятно, что здороваетесь. 33 температура воздуха, при этом, что тучки зашли. Как вам такое, друзья мои? Реклама здесь живет вовсю. Полиция справа, с левой стороны. Все, бар, на который мы тоже приходили, особенно начало лета. Сейчас пока времени не хватает. Посмотрите, какая красота. Сколько людей на отдыхе. Пляжики вообще прям заполнены. Шторм купания запрещено. Видите теплоход Таврида. На нем проходят семейные туры. Хочу вам показать правду. В сторону пляжика. Лежачки здесь все так же сдаются по 400. Диджей, ведущий, и причем довольно-таки востребованы. И людей на пляже, друзья. Поселки Витязева, правая сторона. Довольно-таки приличное количество. Ребята уносят водичку сморенную для детей, подальше ставят бассейн. Вот это да. Вот это огонь называется. С таким количеством людей сезон явно еще не заканчивается. То есть спасибо всем, кто приехал. Это невероятно. Ну, море чистое. 22,5 градуса. Воздух под 30-ку на солнышке. Круто, тень. Пришли теперь на левую сторону. Здесь людей поменьше почему-то, чем справа. И нам надо вот на вот эту точку. На парашют. Всем людям, которые здесь на отдыхе. Точно. День добрый. Здрасте. Красота. Чистая вода. Точка проката, на которой мы будем кататься. До вылета осталось 9 минут. До чего? До вылета. У-ху! Это была ее мечта. Да. Исполняя мечты Витязева. Прыгнуть с парашютом тоже будет интересно, я больше чем уверен. Если у кого-то есть возможность, пишите. Приедем, прыгнем. Вот так вот мы сейчас полетим. Смотрите. Вот там купол. Смотрим, что парашютик опускается потихонечку, и скоро мы туда будем врываться. Нас интересно, как и на чем туда повезет. А вот точку вы можете у ребят узнать, где здесь Цыпа и Тигруля катаются. У них вдруг захотите к ребятам прийти и ощутить эти же самые впечатления. Море чистейшее. Давайте пока замерим температуру его. Температура водички 24 градуса, показывает градусник. Море просто кристалл, вышло солнышко. Нам очень важно, чтобы такая она и осталась с того момента, как мы поедем кататься. Нас уже позвали, пора готовиться к отлету. Пойдемте одевать жилетики. Порты теплохода. Поторопитесь на нашу кассу. Да, почку. Дорогие друзья, приглашаем вас совершить морскую прогулку. Это точно тебя спасатель в Малибу. Как тебе в жилетике? Отлично. Путешествуйте вместе с командами наших теплоходов. С нами быстро, надежно, комфортно, а самое главное, безопасно. Ждем вас.
На синий банан проходите. Ага, спасибо. Я тоже сейчас чувствую защищенно. Спасательный жилет прям спасет. Даже никогда не катался на банане. Есть еще шансы и его протестировать. Это будет прикольно. И с бананчиком, и с народом. Сажаем. Уже активно идет посадка. Отлично. И за Ксюха. Мы можем стартовать. Ты катался раньше на банане? Нет. Тоже и это в первый раз? Да. И парасейлинг первый раз? Да. Главное, чтобы вы выжили, да? Да. Ты хочешь выжить? Да. Зачем тебе? Сейчас будем отправляться. Припаркуется катер, и наш гидроцикл уже готов вести нас в путешествие. У-ху, синий кит. Слушайте, а банан — это прикольно. Ты не катался? Не, впервые. Приятно. Вот это огонь, да, до банани ни разу. Видите, взял. Ну, мы недолго ехали. Нас уже сразу же будут сейчас перегружать на вот этот парасейлинг-катер. Наша команда загрузится, та команда сгрузится. И капитан готов нас принимать. Смотри, какая чистая вода просто. Хоть качай сап, иди катайся, да? Перегрузиться. Это все сухо, безопасно. Если кто-то переживает, то все происходит довольно-таки просто. Вот так пролетает тут тигруля. И мы. Спасибо. И давайте знакомиться с катером. Какова красота. Мы стоим на довольные лица людей. Ребятам говорим до свидания. Они спокойно загружаются. Наша команда из 8 человек остается здесь. Море, конечно, просто фантастика. И виды на Витязь вам. Я хочу поближе показать, как выглядит вообще Анапа. Какая красота здесь. Видите, плавают. И какое море у нас. Видите, возвращает ту команду, которая уже отлетала. Так вот, вдвоем. Температура в море у нас 28,6, 28,7. И все. Слушайте, тут прям такое движение в море. Огромное количество кораблей, всех. А это, походу, те тросы, на которые нам будут цеплять. Полетели. Как быстро все остается позади. Надеюсь, что сегодняшняя экскурсия вам прям понравится, ребята. Входим в наши корабли большущие. Очень быстро остается сзади. Говорим им до свидания. Ух. Как давно этого не испытывал чувство выхода в море, в открытое. Я надеюсь, что и вам этот момент зашел. Как все пляжи ближе, вот он. Жемчужина, Виталия, Витязева, Паралия. Там дальше Тартуга, все в секундной доступности. А там дача Благовещенская, на которой мы были еще вчера, ребят. Первые ребята идут вот эти, на них уже одели все и подготавливаются к запуску. У нас уже парашют. Ух, мы стали по ветру. Вот это да! Вот это зрелище, ребята. Какова красота. Уф, уф, уф. Все, готовность. И сейчас пойдут ребята. Делают сразу ребятам фотографии, фото, я думаю, будут бомба, эмоции, которые я увидел у них на лицах, это просто что-то с чем-то. Какую высоту они уже набрали. Камера не передает это все. С облаками, сейчас смотрю, какая красивая картинка, мне кажется, с облаками гораздо круче. Жалко, конечно, что не закат, закат был бы еще лучше. Посмотри, сколько там еще парашютов в море ровно. Высота, страшная сила, друзья. И мы тоже потихонечку готовимся к запуску морально. Ты готова? Полетим? Точно? Это Титаник, ребята. Готовы довольно-таки долго там. Висят в небе. За ними следят капитаны наши. И мы двигаемся вдоль побережья нашего поселка Витязева.
Красота. Вся процедура, друзья, занимает около 10 минут. То есть подъем, там висят ребята, и потихонечку потом идет спуск. Очень интересно, как это на мне отразится, как я это сейчас прочувствую. Я столько много лет за этим наблюдаю, и все никак не мог решиться. И вот, наконец-то, мы сейчас сделаем с вами этот подъем в небеса. Эх, я надеюсь, что будет красота. Вот так вот тоже там катают ребят на парашюте, пошли вверх. Слушайте, тут в море прям своя жизнь идет. Там еще один парашют. Вот я и вышла в открытое море. Море по прогнозу 25 сегодня обещали, 25,6 температура воздуха. Так красиво смотрится кадр. Так, ребята садятся потихонечку. Круто тень. Ребята приземлились. Смотрите на их лица. Больше всех самому младшему понравилось. Фух, ну такой смотрю, выдохнул прям. Фух. Слава богу, все живы, все хорошо, все отлично. А это самое главное, друзья мои. Все сейчас готовится. Мужчина у нас один пойдет. Понравился вам, нет? Отлично. А где больше всего? Вверху, в воде или во время подъема, спуска? Вверху. Парень пошел. Смотрите, как далеко берег, друзья. Мы в открытом море. Город курорт Анапа. Дна не видно. Кто у нас готовится следующий участник? На десерт пойдем мы в море. Здесь мы наблюдаем купание, как происходит непосредственно в Анапе. Смотрите, как далеко от берега. Самой чистой водички, которая только возможно. Мы делаем очередную остановку. Сейчас вот парень будет окунаться в море. А здесь вот просто под солнцем такие виды. Я в восторге даже просто от катания на этом катере. Испытываешь уже восторг. У нас и банан ходит. Ты катай на катере, покажи, как он сейчас будет заходить в море. И подъем пошел. Я снимаю уже на телефон вот этот момент. Мы это видите, зима. Это кайф. Во все побережье люди не летают, а у нас летают и наслаждаются. Я просто смотрю, насколько это интересно. Сейчас еще окажемся там, ощутим все эти эмоции. Господи, дай мне сил, чтобы я не боялся. Все, смотрите, как это происходит. Первый у нас сел. Как эмоции? Понравилось? Да. Это самое главное, то, ради чего все это и происходит. И уходит следующий за ним. То есть уже подготовлен, сразу же трасса одевается. И все, полетели, как говорится. Раз, два, три. Сели на попу, все по технике безопасности, чтобы никто не пострадал, ни за что не зацепился. Пошла жара. Все, улетает. Счастливый и довольный в небеса. Как там, ребята? Пишите. Все очень быстро происходит. Садись. Вес какой? 102-103. И сейчас очередь Ксюши одеваться. Очень легко и просто непринужденно происходит. Одеваются трапеции, держат, застягивается. Все максимально делается, чтобы было безопасно и не страшно. В это время парить там наверху. Слушай, я что-то прям немножко задерживал. У тебя как ощущение? Ты не переживаешь? Тотальное спокойствие. То есть ты нервничал до этого, и чего тут успокоиться, да? А, прикиньте, вот как высоко это все. А что с нами будет? Что делать? Если бы не выжили. А я еще такой молодой. Что нам делать? Мне хочется жить. Давай ты одна полетишь. Давай. Ты что, меня бросишь на катере? Да. Вот так вот. Не знакомьтесь с незнакомками. Они вас могут бросить в любой момент. Вот смотрите, как-то девять на Анапу красиво. Клевая, да, тему поменял? Уф. Еще одно погружение. Тут же фотосессия. Вот так вот. Ножки помочили и пошли наверх. Все круто, шикарно, классно. Еще разочек. Не домылся. Уч. Резкий старт и полетели. Один пришел. Отправляю первую Ксюшу. Лети сама одна. Да? Если ты так хотел. Да, я остаюсь. Ой, Господи, спаси, сохрани. И можно на одну веревочку далек. Ари мой лэп. Ладно.
Вот это да! Вот это круто! По маршруточке там нас снимают тоже. Вау! Вот это дух захватывает! Слушайте, там снизу, когда сидели, оно не казалось таким высоким. Ты говорила, ничего страшного вообще. Так нет, ничего страшного. Огонь! Просто огонь, ребята! Вот это космос! Машинам ручкой. Вот это да. Вот это мы летим. Смотри, Лиман, Благовещенска, везде, где мы были, все видно. Вот это кадры. Ребята правда сказали, что когда поднимаешься, там такая красота сверху, да? Зачем аттракционы, когда есть парашюты? Я не знаю. Ой! Ой! Ну и звуки. Сколько метров? Я не знаю. Много. Если упадем? Не надо думать об этом. Мы все вернемся, все будет хорошо. Если упадем, то прощай. Давай, пяти. Давай. Это было круто. Никого. Здесь парашютисты. Чуть-чуть поменял я камеру, чтобы вам показать вообще виды на Витязево. Просто фантастическая красота. Морешка, гладь, Анапа. Я квадрокоптер! Это фантастический кайф. То есть, ну я не думал, что настолько круто. Ребят, вы не можете себе даже представить, какие эмоции. Я вот до сих пор пытаюсь наглядеться на всю эту красоту, и у меня не получается. Потому что виды просто... Интересно, шторм как здесь? О, в шторм нельзя. Шторм катера у нас не ходят. Сейчас вот то, что надо. Там снизу купаются у нас ребята на банане. Как сладенько здесь? Ну, ты у нас просто мерзля. Поэтому тебе и прохладненько. Вот туда, в ту сторону, какие виды. Представляешь, мы были вчера, вот горы кончаются, вот это песка, и вот там вот на той косе. Вот. И лиман какой красивый. Под нами катер уходит в сторону. Можно. Класс. Тут... Да. Фу-фу. Я лечу, как будто над планетой я кричу. Фу-фу. Вид на Ширик больше нравится. Что такие, конечно, моменты хочется вам показывать, чтобы максимально это все видно было, хотя это нереально. Фантастика. Ты довольна вот вообще вот эмоции? Зашкаливают? Прям дух захватывает. Вот подходим к Витязеву, к пирсу. Как же круто, я не ожидал. Привет! Мне очень еще сегодня заходит вот этот вид на Анапу. Мы подходим к пирсу. Чем ближе к пляжику, к нашему, тем еще лучше виды открываются. Можно посмотреть, сколько много у нас еще людей отдыхает и загорает. Видите, смотрите, вот до туда Комарин кончается, и пустынные пляжи пошли. Там чуть-чуть на Жемчужине, чуть-чуть на Мираклеоне людей. И вот это все наше побережье. Вот спасибо, что все-таки у нас получилось это сделать, потому что глазами увидеть, какое огромное побережье, да, это все-таки квадрокоптером ты летаешь, все равно обзор не такой, вот как ты сейчас сидишь, во все стороны смотришь, крутишь головой и понимаешь, это все наш рай, Краснодарский край. О, сейчас что-то будет. Мы заходим, ребята, на окунание. Ты это готова сделать? Я жалею, что у меня не сверхвысокая селфи-палка, чтобы вообще достать полностью все виды. Вау. Сейчас на свет вообще чувствую. Пляжик. Ну, время, честно, прям хватило, чтобы посидеть, посмотреть по сторонам, насладиться этими моментами. Это было круто. Я кайфанул. А ты? И я. Ну, тебе понравилось? Да. Готова прыгать с парашютом? Да. Ребят, если у кого-то есть возможность, мы хотим прыгать с парашютом.
То есть оно так бац, все, опускается постепенно вместе с нами. О, все, все, все. Мы падаем, падаем. Нас, я попросил, чтобы сильно не мочили. Вот это огонь, да? Как тебе? Прикольно, можно еще раз? Еще, давай, на все. Два счетчика. А как ты бежала, только прям на лице вот. Я окунули неплохо, я же меньше тебя. Я тут уже буду. Да. Вот если бы я бы сделал такого, я бы не удивился. Все, приезжай. Ну что, эмоции, по-моему, самые крутые, которые только могут быть, мы получили. И чего еще хотеть, о чем еще мечтать. Дальше там хватит. Вы живы? Это самое главное. Но дальше катер отправляется обратно, и все в обратной последовательности. Как это быстро происходит, мы возвращаемся. Уф! Есть контакт. А катер очень-очень скоростной. Стелс вылетел. И сейчас будем вылавливать уже следующий банан и меняться с ними местами. Подходим в буёчек и на парковку. Все, мы ждем банан со следующей группой, которая пойдет уже после нас на катание. Уж смотрите, что он творит. С бачка на бачок. Подходит новая команда, друзья. Те, кто будут кататься теперь вместо нас. Вот это красота. О, клёво, прекрасно. Спасибо большое. Нам все, по крайней мере, мне понравилось. Так точно, прощаемся с нашим корабликом. Парасейлинг, на нем было очень клево. По крайней мере, мне очень-очень-очень понравилось. Ух, надеюсь, нас сильно не дернут. А все будет нежно. То сейчас утонем здесь. Нет, все хорошо. И погнали по волнам к берегам морским, черноморским. Можно отдыхать, видите, дело, получать максимум удовольствия, чего я вам всем желаю. Делайте, ребята. Катайтесь, развлекайтесь. Я впервые катался на банане, впервые летал на парашюте. И мне пошло кайф. Также предлагают магнитики со своим изображением, с фото, которыми они сделали именно при этой экскурсии.